Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в город Владимир. Это вторая лига, группа 2-2. Заключительный матч осенней части, тур под номером 22. Торпедо Владимир принимает в родных стенах вторую команду московского «Динамо». Ну и в честь последнего матча осенней части звучит гимн России. Давайте его с удовольствием послушаем. ...28 набранных очков. «Динамо-2» на девятом месте. 6 побед, 3 ничьи и 10 поражений. Мяч уже в штрафной площади и убирает мяч под левую ногу. Я думаю, вы слышали. Удар, хороший удар, и мяч в воротах. Далеев великолепно исполнил этот штрафной удар. Ну, мастер. Просто мастер. Посмотрите, стенка внушительная. И аккуратно над стенкой, и точнёхонько в угол. Галкин. Снова Галкин, оставляет его одного. Удар-то будет или нет? Пока не будет. Есть предложение справа. Станислав Бессмертный выполняет передачу. И вот так вот, друзья. Омаров в свои ворота мяч срезает. 1-1. Зазвонкин отдает на фланг. Вот еще момент. Далив все равно бьет. И это опасно. И добивание. И где мяч? Замена была. Были забитые мячи. Поэтому, наверное, минутку-другую могут добавить. И невероятный по остроте момент торпеда зарабатывает. Как-то будем пытаться все-таки линию аута ловить. Ой, какая хорошая скидка от Хохлова. Забивать нужно. Далиев. И мяч уже в штрафной площади. Жуковский. Хохлов готовит дальний удар. Это было понятно. И какой силы удара, точности. Ага. И пробил. Ну и Купцов молодец. Ловко. Два касания. И все. Мяч уже на противоположном фланге. И момент. А забивать. А забивать. Что с положением вне игры? Его нету. Забивает Денис Боков, и вот «Динамо» вперед. Ну вот так вот, друзья, радуется «Динамо». Посмотрите, какая радость, да? Абсолютно неподдельная. Зазвонкин. Один в один будет соперника обыгрывать? Да, так и есть. И момент, и надо третий забивать. Есть, есть третий мяч. Владислав Галкин. Классная атака. Удается бело-голубым. Ну и Зазвонкин молодец, на самом деле, что не пожадничал, отдал по сопернику. Ну и как же так? Александр Зинин легко позволил себя обыграть. Владислав Галкин забивает. Неплохо. А это удар. А это был удар, друзья. Это будет угловой еще один. Купцов молодец. Видимо, ожидал. Снова Далиев. Десятый угловой. Десятый угловой. Юбилейный надо забивать. Юбилейный надо забивать. Ох ты, ох ты. Есть мяч в воротах, но там положение вне игры. Все, друзья, у нас закончилось время и финальный свисток Юрия Карпова.